Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy M23. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве включить режим Pro в камере и немножко про него расскажу. Для этого мы открываем нашу камеру и переходим во вкладку «Еще». Здесь мы выбираем наш Pro режим и видим непонятные значения снизу. Итак, первое — это у нас чувствительность к свету, которая позволяет повысить качество фото при слабом освещении. И более высокое значение данной функции дает нам более яркие фотографии, а более низкое, соответственно, более темные. Следующее — это скорость затвора, и она определяет длительность времени выдержки. И также увеличение времени выдержки позволяет нам делать более качественные фото. Но нужно быть аккуратнее, чтобы не засветить фотографию, например, или не затемнить сильно. Далее это у нас настройка экспозиции. Здесь мы можем, например, если видим, что наша исходная фотография получается слишком темной, увеличить экспозицию, а если наоборот слишком светлый, то уменьшить. Следующее это у нас фокус. Обычно он настраивается вручную, но также можно его настроить, точнее автоматически, но также можно его настроить вручную. И последнее это у нас баланс белого, он помогает нам восстанавливать белый свет на фотографиях. И более низкое значение данной функции дает нам более холодные фотографии, более высокое, соответственно, более теплые. И на этом все. Также мы можем сбросить настройки все, если они нам надоели. И как-то так. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.